Мероприятие проводит детская футбольная лига при поддержке игроков и тренеров ведущих команд России. Организаторы говорят, что в этом году они побили собственный рекорд. Отборочные туры проходили в 55 городах. В них приняли участие более 400 детских и юношеских команд. Из них 64 примут участие в финальной части. Соревнования будут проходить в Анапе и Новороссийске по 17 сентября включительно. Первый вопрос. Купались сегодня? Спасибо Анапе. Это город здравница детская, наша главная в России. Большое спасибо администрации города Анапы. Мы благодарим за поддержку в проведении нашего финального турнира, в первую очередь, мам, пап, руководителей спортивных школ и клубов, всех, кто помог вам, ребятишки, приехать сюда, чтобы показать свое мастерство, поиграть, отдохнуть, набраться сил и вернуться учиться в школу. Ничего не сделаешь. А на следующий год мы опять с вами здесь соберемся.